Да издеваются, 10... Это что за имба такая? Рекомендую ребятам вам подписаться на канал того самого BG17. Залетаем, оформляем подписочку. Я, соответственно, уже подписан. У него здесь проходят, соответственно, стримчики. Новые ролики выходят. Также, да, здесь все, как говорится, присутствуется, все имеется. Поэтому давайте этого товарища у нас поддержим. Ссылочка на его канал будет в описании. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем смотреть на измененный скаут. Было у нас обновление, было оно у нас, соответственно, очень коротенькое, такое компактное, и в принципе, где разработчики указали один единственный факт, что у нас немножко меняют, соответственно, устройство скаут, которое тащило прям очень-очень сильно и очень здоровски получалось это делать, соответственно, у всех, а теперь его вроде как немножко подфиксили. Мне интересно посмотреть, насколько, соответственно, эта вся тема изменилась, потому что чуваков со скаутами я до сих пор вижу, и в принципе не на викингах, но на других корпусах. Есть ли вообще сейчас смысл именно вот одевать того самого викинга, у которого овердрайв был просто вышка, пушка, космос, соответственно, разносил и разлепетывал абсолютно всех. Поэтому ща поглядим, ща посмотрим. Ребята, лайк. Да, именно лайк надо поставить под данный видеоролик, написать комментарий какой-нибудь прикольненький, приколдесенький, потому что мы у нас добавили вновь рубрику топ-комментарии, там иногда прям нечего выбрать, прям вот рыли, нечего выбрать, а хочется, а не с чего, а хочется, вот, а не с чего выбирать. Так, поэтому сейчас поглядим, сейчас посмотрим, как вообще эта у нас штука работает, и мне бы на самом-таки деле какого-нибудь, я так думаю, овердрайвика себе зацепить, чтоб прям было хорошо, чтоб прям было отлично, правильно. И с овердрайвом уже попытаться поглядеть, потому что самая главная проблема, на мой взгляд, заключалась в этом самом овердрайве. На оверке эта рельса была, ну, очень сильно эффективная. Это была не рельса, а какая-то, мать его, убийца. Ты серьезно, ты просто стоишь и отлетаешь от чувака, который юзает этот овердрайв, и ты ему ничего не можешь делать, потому что что? Потому что правильно, потому что он тебя разносит и выносит абсолютно в труху. Так, ну короче, по поводу самого скаута, вроде как ему ничего абсолютно не поменяли, кроме как раз таки того самого овердрайва. Это грустно, это больно, это печально. Вот, потому что, ну, как-то не знаю, как-то не знаю, может быть ему урончик еще немножко порезать. Ну, прям серьезно, он как-то очень сильно эффективно работает. То есть я у нас сейчас стою, разваливаю, и до этого я у нас, если одевал какого-то скаута, ну, по-моему, ну, я не знаю, могу, конечно, ошибаться, но урона такого дикого не было. Может быть, мне это что-то там кажется, может быть, это теперь ощущается с фиксом рельсы. Типа, она до этого была достаточно такой, знаете, нормальной, адекватной пушечкой, но после как раз-таки того самого изменения, где у нас рельсу полностью и целиком порезали, возможно, это, знаете, какой-то глоточек этому самому устройству. Типа, оно и до этого было особо такое, знаете, прикольненько. Ты зверь какой-то, ты серьезно? Я охреневаю. То есть я на карте плата, играю, соответственно, на рельсе и разваливаю всех и вся. Но это же не должно так работать, или должно так работать, или это нормально. Просто как-то раньше это, знаете, как ощущалось. Ты у нас надеваешь скаута, перезарядка, да, у тебя вроде как приятная, но при этом ты толком никого убить-то и не можешь. То есть ты стреляешь, что-то там пытаешься наваливать, что-то там пытаешься сделать такое несуразное, интересное, но у тебя это особо не получилось. Да это издевается, 10... Это что за имба такая? Что это за имба такая? Не знаю, прям максимально приятненькая штука. Да, овердрайв, возможно, пофиксили. Соответственно, с овердрайвом у нас уже не будет таких... Звание получил! Ой-ой-ой-ой-ой, Сань! А я же хотел эту звонку оставить у нас на сегодняшний стримчик. Да. Грустно, больно и печально. Ладно, давайте, соответственно, протестируем, как у нас работает теперь овердрайв.
Ну да, да, согласен. Овердрайв теперь не настолько хорош, насколько был до этого прекрасен. Потому что что до этого происходило с этим овером, это просто вообще сказка. Ну, по факту, да, по сути, теперь у нас толком-то и нет смысла, возможно, одевать как раз-таки того самого викинга с этой рельсой, чтобы абсолютно всех и всегда разваливать. Тебе у нас достаточно надеть теперь любой корпус, и с любым корпусом это, соответственно, штучка у нас будет работать на все 100-200%. Даже чувак у нас с защитником, с регистром 50%, от меня, по-моему, не особо в восторге, что у него там стоит и какая-то рельса настреливает. Так, знаете, потихонечку, помаленечку, своеобразненько, и стоит его и дизморалит, такая куц-куц-куц-куц-куц-куц-куц. Ну не, по-моему... Чисто опять мое мнение, конечно, может быть, я у нас в каком-то моменте и не прав окажусь, но мне кажется, будут все равно фиксить это устройство. Но как-то не знаю, что-то вот такое с ним сделали, прям интересненькое, что вот прям действительно сейчас с ним, ну, нормально, можно позависать. Стоишь, наваливаешь с одной позиции, с одной точки, и никто тебе ничего особо не может сделать. А знаете, тот самый приятненький момент, когда ты у нас можешь кемперить на одном, соответственно, как на одной какой-то позиции, и все. У меня до этого были, знаете, какие технические шоколадки, связанные с рельсой, что ты стоишь и должен, по идее, с рельсы всегда всех ваншотать. Но здесь у тебя максимально приятная, соответственно, перезарядочка, которая позволяет тебе делать вот такие мувы. На рельсе, на карте плата, я у нас занимаю первое место. Ну как вообще эта тема должна у нас работать? Ну, по-моему, это не должно так прям идеальненько, соответственно, с этой рельсой отрабатываться. Но отрабатывается, окей. Не, я-то думал, что после, соответственно, вот той обновы, которую нам выкатили в четверг товарищи-разработчики, на скауте, ну, серьезно, знаете, прям очень и очень будет заметно меньше игроков играть. Нет, меньше игроков у нас особо не играет. Как, соответственно, играло много, так, соответственно, и играет. Потому что, ну, в принципе, я их понимаю. Если у нас что-то тащит, почему бы это у нас не использовать, не заюзать, не, соответственно, под свою лавочку, соответственно, подкрасть, да? Чтоб прям было хорошо, чтоб прям было идеально. Правильно. И мне здесь кажется, рельса идеальненько сюда вписывается, идеальненько сюда подходит. Так, давайте. Товарищи мои друзья, вас немножечко, соответственно, покуськаем, немножечко, потихонечку, по одной рельке, на тебе в жопку, на тебе еще раз в жопку, ты у нас еще захватишь, на тебе еще раз в жопку, ну давай, вот гадина все-таки, додумался опуститься у нас немножко ниже, чтоб я, соответственно, до него не добрался, ой-ой, забыл ДДшечку проюзать на своем бустере. Да, еще раз напоминаю, чтобы нормально, соответственно, играть на этом устройстве, ты у нас должен надевать бустера, ну и если есть у тебя кризис, это, наверное, будет в какой-то степени даже еще и получше, потому что, ну, вот если вы будете отыгрывать так же, как я, стоя на какой-то позиции, в принципе, вам два каких-то вот таких момента, связанные с наркой, особо-то и не нужны. То есть ты стоишь, пробельчик зажал и наваливаешь во всех. Только тебе нужно наблюдать, только тебе, соответственно, нужно смотреть, в кого стрелять. И в принципе, все. Ты у нас эту штуку сделан. Все-таки не понравилось Александру, что я стою и с этой позиции разваливаю, да? Все-таки решил ко мне приехать и меня немножко наказать. Ну, в принципе... Извиняюсь за очень много принципов в данном видеоролике, но эта позиция, по-моему, прям правильная. Потому что я бы, скорее всего, поступил абсолютно так же. Если ты у нас заходишь в какую-то такую область, и там есть какой-то прям бесячий чувак, ну, его бы желательно у нас немножко подизморалить, потому что, ну, он тебя будет дизморалить и убивать весь оставшийся бой, и нужно, как говорится, показать, кто здесь батька. Но, тем не менее, Александр у нас немножко, видно, недальновитый, и не понимает, что я-то, в принципе, точки-то и не захватывал, а точки... немножко убегают сейчас, прям очень далеко и очень высоко от него. И, в принципе, Александр отвлекается на меня, контролит меня, но ничего, соответственно, его тиммейтики сделать не могут в этой битве, потому что Александр решает на меня упороть. Но я-то не против, я прям в ашпире не против, поэтому я у нас, знаете, мне магнитом на этом месте намазано. Я опять сюда приду и опять буду стоять и опять, соответственно, всех у нас наяривать потихоньку. Помаленечку, что тебе у нас тоже прописать, давай пропишем, я, в принципе, парень не гордый, могу и тебе небольшую плюшку-оплюшку написать, но Александр, походу, у нас на
начинает уже что-то понимать, начинает шарить за эту тему, или не начинает шарить за эту тему. Дойдет он опять до меня или не дойдет? Ну ладно, не дойдет, потому что мы его немножко подслили. Так, вот этого человека нам тоже нужно слить. Вот этому человеку мы сейчас тоже немножко подизморалим. Так, немножечко минку себе, чтобы у меня побыстрее, поскорее откидышился мой, соответственно, ДД-запасик на бустере, чтобы прям было хорошо. И все, это победка. Я не знаю, ну сами смотрите. Вроде как бы скаута у нас пофиксили, но пофиксили только, соответственно, выстрел на овердрайве викинга. В любых других случаях это у нас также работает эффективно, также идеально. Сами видели, там у нас было сколько, 3 или 4 чувака с резистом от меня. И, в принципе, я их прям беспроблемно убивал. Плюсом ко всему и УПшечка, у меня еще пятерка на плата. Потому что когда ты обычно заходишь на платы, ты у нас упарываешься в чуваков, которых на огнеметах у нас туда-сюда гоняют, и у тебя ничего не получается сделать. А здесь как бы нормально, ты зашел, что-то там, оп-оп, там поделал, тут поделал, всех загрыз, всех убил, и вроде как неплохо у нас уже получается. Сколько контейнер? Один. Немножко не хватает, еще 4, и будем делать следующее открытие. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.